являетесь, помимо того, что представителями своих школ, являетесь лицом каждой своего учебного заведения, вы и являетесь таким генератором идей, возможностей и каких-то действительно хороших дел, которые должны происходить на территории нашего города. И вот это, наверное, самое главное. Ребята получили свидетельства от администрации города, которые теперь будут официально подтверждать статус лидера школьного самоуправления в своем учебном заведении. Олеся Чужикова в школьном самоуправлении третий год, знает все тонкости этой работы на реальной практике. Именно она и была выбрана председателем городского ученического совета. Моя работа заключается все-таки в том, что ты на себе несешь огромную ответственность. Ответственность за себя, за свое общеобразовательное учреждение, либо образовательное учреждение, из тех людей, которые с тобой работают. Если подходить к нашему делу без ответственности, ничего не получится, к сожалению. Очень важно уметь организовать людей, уметь вдохновить их тем, что делаешь ты. Если на тебя смотрят, за тобой идут, и люди готовы тебя поддерживать, это, наверное, самое лучшее чувство, которое вот в нашей работе можно испытывать. Впрочем, и президенты, которые были выбраны впервые, уже имеют не только понимание, как правильно организовать работу, но и что именно необходимо сделать в своем учебном заведении. Предстоит очень большая работа, но одно из самых главных – это продвигать волонтерскую деятельность, конечно же, и культурно-массовые мероприятия непосредственно в моем учреждении и, возможно, как-то взаимодействовать с городом. Впереди у лидеров школьных самоуправлений много работы, в том числе связанной и с событиями мирового масштаба, которые пройдут в Краснодарском крае в 2018 году. Это и FIFA, чемпионат мира, и многие-многие-многие другие. И ученический совет будет так или иначе, но станет этой частичкой, которая внесет свой вклад в такие большие мероприятия. Ну и, конечно же, организация каких-то новых своих мероприятий в городе. В завершении участники заседания поделились друг с другом планами и проектами на будущее. Следующая встреча активистов состоится уже в декабре.